И сегодня же, после инаугурации, глава государства принял в Акурде лидеров трех парламентских фракций. В связи с вступлением в должность Нурсултана Назарбаева, правительство, согласно Конституции, сложило себя полномочия. Однако президент снова выдвинул на должность премьер-министра кандидатуру Карима Масимова. Лидер нации объяснил это необходимостью реализации поставленных перед страной задач и продолжения начатой работы. Предлагаю послушать, как отреагировали представители партии на инициативу главы государства. Мы с членами фракции все посоветовались сегодня, зная, что будет совместное заседание. Мне поручили поддержать ваше предложение. Ваше предложение, которое вы сегодня высказываете, оно, конечно, от жизни взвешенное, и мы его поддерживаем. Спасибо большое. При той народной поддержке, которая вам оказана на этих выборах, безусловно, мы поддержим ту кандидатуру главы правительства, которую вы несете. И более того, если говорить о том человеке, о котором мы сейчас сказали, мы знаем, что в тяжелый период, период кризисов, он руководил работой правительства, мы поэтому готовы поддержать, конечно. Фракция вашей партии в парламенте, безусловно, поддерживает ваше предложение. К тому же у нас на сегодня очень хорошие конструктивные взаимоотношения складываются с правительством. Они прислушиваются к мнению депутатов, и многие вопросы мы вот в рабочем порядке спокойно решаем. Поэтому наша фракция, конечно, поддержит эту кандидатуру. Спасибо.